Вот мы приехали домой. Сейчас. В общем, вот так вот, как бы не было печально. Теперь у нас слепой енот. Плюс ко всему, она еще и дикая. Вот. Сотряс у нее мощнейший просто. Сотряс у нее кровь со всех органов фигачила. Ну, в смысле, и со рта, и с носа, и с ушей. Кости целы. В общем, сбили ее в Геленджике. Водители ее отпинали на обочину. А одна женщина проехать не смогла. И забрала ее. В общем, я пересеклись на полпути, забрала ее. Она помогла материально, на нее хватило с лихвой оплатить и операцию. И все, сейчас пока расходы. Спасибо, Оля, за пеленки. Пришли пеленочки, кстати, 3 упаковки. И Света упаковку через Валберис заказала. В общем, у нас запас пока есть, и это очень здорово. Маленький. Ну что? Да я бинтик посмотрю, малыха. Не давит он тебе? Да. Давит, конечно. Опа, опа, опа. Все хорошо, привыкнешь, зайка моя. Угу. Ну, сейчас поменяем пеленки. Тише, тише. Да, малышечка. Маленькая. Не кусайся. Ух ты, какая кусака. Ой, короче, капец. Короче, капец. Сейчас пойду краги одену, сниму ей бинт. Иначе кутру лапу разнесет. Вот. Вот так, в общем. Не знаю, у меня слов нет, одни эмоции.